У нас на сегодняшний день очередь из участников войны, которые еще не получили либо субсидию, либо жилье, ну, чаще всего это через субсидию, 107 человек. Но я думаю, что в этом году мы, в прошлом году мы сколько, Наталья Вячеславовна, получили? 113 мы получили субсидий. Соответственно, я надеюсь, что тенденция сохранится, и по предоставлению субсидий для приобретения жилья для участников и инвалидов Великой Отечественной войны мы, в принципе, должны очередь полностью закрыть. Но я думаю, что к 70-летию Победы это точно совершенно будет, сказать, вся очередь закрыта. И план на 2014 год по ремонту дорог у нас уже утвержден, он полностью рассчитан по деньгам, и там экономии, ну, маловероятно, потому что тот план, который мы по области утвердили, он, в общем, практически максимальный. Хотел бы заметить, что на Каменку, на Архангельской вообще не ремонтировалось очень давно. Так же, да, Светлана? Это самое. Хотелось бы вот вообще до Архангельского протянуть ее дорогу. Это протяженность там километров 30, наверное. Нет, 20 километров. 20, да? Да. Но вот это вот до наших как бы головных. Мы ее латаем. Ну, вот, может быть, тогда на 15-й год ее поставить в ремонт. Ну, давайте вот поставим на 15-й год, уже полностью ее сделать. Целиком. Да, 41 километр только до Молчанова. Нет, мы говорим от Лопаткова и Ефремов до Архангельского. До Архангельского. Ну, об этом говорим. Не, вы должны, уважаемые жители, вы знаете, вот смотрите, в среднем ремонт километра дороги стоит 10 миллионов рублей. Да, собственных доходов 35 миллионов. Понимаете, вот вы говорите, давайте нам 40 километров дорогу за 400 миллионов сделаем. Давайте. Ну давайте поработаем так получше, чтобы, так сказать, у нас деньги появились, мы сделаем. Понимаете? А то сказать, дай. Ну дай. А взять-то где? У кого отнять? Скажите. Ну просто вот, если вы думаете, что там вот приехал губернатор, сейчас он тут денег выгрузит, ну это тоже неправильный подход. Вот у вас было 7 заявок, правильно, в этом году, Славникина, правильно? 7 заявок. Вы из 7, 5 заявок вы получили подтверждение по деньгам. 5 заявок у вас попали в программу «Народный бюджет». Ну чего вот вы тянете тоже? Вот сидим и ждем. Почему не подали эту дорогу, например, на отцепку Щебня? Почему не подали дорогу, которую, так сказать, указывает Анатолий Михайлович Солнечный? Ну пускай они тоже принимают участие. Все одновременно включить же нельзя в программу. Пожалуйста, включайте. А кто вам сказал, что вы не получите? У нас есть некоторые муниципальные... А софинансирование муниципального образования? Есть, да. Программы, которые мы запускаем для того, чтобы жители проявляли свои инициативы, и чтобы жители своим рублем могли проголосовать и решить наиболее насущные вопросы. Вы берете и сами вот до жителей не доводите эту информацию. А потом, вот когда мы проводим вот такие встречи, так сказать, встают те вопросы, которые, ну, являются вашими вопросами, вы даже не пытались их решить. Я понимаю, если бы вы хотя бы сформировали заявку, подали бы и не выиграли бы, понимаете? Ну, не попала бы, так сказать, ваша заявка, вот эта. Но вы хотя бы попробуйте это сделать. Ну, вы же тоже должны правильно понимать. Есть, скажем, действительно, те домовладения, которые потребляют гораздо больше электричества, чем вот социальная норма. И фактически наши с вами предприятия, на которых вы работаете, которые покупают по 5,60, ведь многие же даже вот водокачки, которые стоят, которые, скажем, не оформлены ни в том или ином виде, и не могут пользоваться тарифом до села, 2 там, рубля, 2,36, они платят по 5,60 и поставляют, соответственно, вам воду, ну, я имею в виду насосы, которые подключены к электричеству. То есть вот это субсидирование, богатые не должны субсидировать, не должны быть субсидированы, так сказать, за счет наших промышленных предприятий. Поэтому вот пока ситуация такая. Но прежде чем будем вводить, обязательно проедем по всем районам, обязательно встретимся, обязательно покажем наши расчеты. Но, подчеркиваю, это будет касаться, да, тех семей, у которых по несколько квартир. В тех семьях, конечно, у них будет платеж совершенно другой. Это касается только тех, вот, скажем, льгота будет для тех семей, которые проживают и зарегистрированы в своих собственных квартирах. Ну или вот, соответственно, в квартирах по социальному найму. Если квартира потребляет электричество, но там никто не зарегистрировал, соответственно, там будет тариф так же, как для промышленных предприятий.